Всем привет! И сегодня я вам покажу, что я беру в школу обычно. Если что, учебники не входят в это видео, так сказать. Потому что их выдают только 1 сентября. Так что вот мой портфель. А мы начинаем. Первое, это, конечно же, салфетки. И я их кладу сюда вот. Маленький отдел. Следующее, это макушеньки. Это вот такие вот AirPods. Вот, я думаю, что это будет салфетки. Следующее, это кальди. Вот у меня вот такие вот. Есть одна предметная. И этот отдел заполнен. И как вы поняли, я сейчас уже не день. Я когда снимала вот этот вот отдел, я, в общем-то, ушла по делам. И, в общем-то, и т.д. и т.п. Вот. А в этот отдел вы знаете, что еще можно положить. Кто догадался, тот догадался. Вот. Так, тут у нас тетради. Но это премиальное количество их. Я там повыбирала. Вот, а дальше это пена. Сейчас я показываю, что в нем не буду. Но тут лежит брашпенчик. Ну, а все остальное, по-моему, вы должны были увидеть, что взять в школу. Ну, вот замазочка еще, по-моему, там не было озвучено. Вот, остальное все, по-моему, было озвучено. Ну, вот, тоже. Там их туда и т.п. Заполняем. Дальше у нас идет чехол для очков. В принципе, сами очки. Так. И последний уже практически закрылся. Вот. Также вот этот вот фламинг. Такая вот тетрадь специальная, чтобы сюда класть какие-то задания, там, т.д. и т.п. И вот кладем перекус. Отдельный отдел. Кладем. Вода вот такая вот. Ну, вернее, это бутылка моя. Сюда будет. И хочу вам порекомендовать мой телеграм AliceM. Тут выходит сразу, присылаю я вам видео. Ты можешь узнать, когда выходит видео. А также ты можешь даже выбрать, какое видео я буду снимать. Так что подписывайся и ставь лайки на посты. Подписывайтесь на мой Pinterest. И всем пока!